Я, рядовой 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны, воинская часть 12-676. Дислокация Республика Крым, поселок Перевальное. Сейчас нахожусь в Херсоне. Обстановка действительно тяжелая. То, что говорят, что Антоновский мост работоспособен, и вдруг чего через него будем уходить, это все ложь. Я вижу своими глазами, что мост уже есть в дырах и не выдержит даже КамАЗ. А нам в это время говорят, стойте на позициях, ситуация под контролем. На той стороне реки стоят чеченцы. Видел их флаги. Нам не дадут выйти. Нас бросили. Надеюсь, это увидит уважаемый Шойгу.